Ну что, ребятки, всем привет, я Совпатидрю, и ребяточки, у меня совместно с Gaming Header появился новый клуб, а именно Совпатидрю клуб, да? Да. Совпатидрю совершил клуб, да? Да. Его сам хотел создать, и сделал, и дал мне презент. Я не буду этого делать. Вот. Сейчас я изменю немного описание. Не, букву, да, просто немного надо изменить. Official... Вход от 20к, ребят, будет. Вход от 20к. Без обид, но... Ну, на свече можешь играть, там, смотри, там же 20 тысяч было. У меня надо все... Слушай, мне многовато, я тогда не смогу за всех аккаунтов зайти. А, ну тогда давай вход от 10к. Ну, блин. Да, у меня нет, мне на одном аккаунте. Ну ты войдешь, потому что я тебя повышу сразу, чтобы тебя никого не кикнул там. Да можешь, ты... можешь пока что временно сделать от нуля. А не, потом... я в описании поставлю вход от 20к. А войти ты можешь прямо сейчас. А потом сделаю 20к, поэтому входи пока что, пока можешь. Так, вход от 20к. Мне просто интересно посмотреть, сразу ли обновится или нет. Да. Время изменений. Играю с подписчиками, запятая, на выходных. Да, ребятки, будем с вами играть. Вот что, новый клуб, вступайте. Так, в описании вот что. Вступайте в новый клуб и выводите его в топ. Играю с подписчиками по выходным. Играю с подписчиками по выходным. Стримы. По выходным. Стримы. Запятая. Сотый. Кик. А вот у тебя там будет сотый, блин. Будет! Понятно? Может быть. А может мат. Кик. Все, делаю открытый. Все, сохранить. А, действительно сохранил. Все, ревзи. Let's go. Все. Так, сейчас отправлю то, что. Ладно. Так, ревзи, тихо. Новое сообщение в клубе, капец. 11, ё-моё. Даша, эй вы. В главном чате надо уже в игры или играть сама друг на друга, если что-то написать. Какие другие клубы. В общем-то, ребзи, вот он, новый клуб. Вот тег клуба на ваших экранах. Вот, блин. Блин, ты что сделал? В смысле? Почему ты сделал Совпатидрю? Ты должен был, ну, большую букву Д написать. Может, заново клуб? Не будем. Блин, к сожалению, вот так вот. Придется с маленькой буквы. Просто я хотел совпать, и чтобы Д еще была большая. Ну ладно. Ладно, ребята, в общем-то, вот такой вот получился видосик. Вот вам клуб. Всем удачи и всем пока-пока.